Привет, друзья! Привет всем, кто любит рисовать! Вот и пролетел еще один месяц. Месяц полный творчества, весеннего вдохновения и, конечно, ваших рисунков. Итак, кто же стал победителем нашего конкурса? Сережа, ты готов назвать тех, кто получит наши волшебные чемоданчики для творчества? Конечно, Каркуша. Давай скорее покажем, что изобразили наши юные художники в апреле. Ой, Сережа, знаешь, какой главный праздник в апреле? Наверное, день дурака. Нет? Ну, я шучу. Конечно же, это день космонавтики. Вот именно. И ребята тоже любят этот праздник. Поэтому так много рисунков посвящено космосу. Только посмотрите, какой потрясающий рисунок нам прислал первый победитель. Думаю, Влад точно мечтает стать космонавтом. И Мадина Иваева, наверное, как первая в мире женщина-космонавт, Валентина Терешкова, тоже хочет покорить космос. А вот Тимофей Даненко настроен очень серьезно. Он прямо видит себя в ракете и даже вклеил в нее собственное фото. Думаю, из такой ракеты открывается восхитительный вид на нашу планету. Такую, как на пластилиновой поделке Владика, где всегда светит солнышко, чистый воздух, голубые реки спускаются с гор, где царит счастье. Как это приятно проснуться и встать, и синее небо в окне увидать, и снова узнать, что повсюду весна, что утро и солнце прекраснее сна. Таким стихотворением описала под своим рисунком Настя Ботникова «Мир без слез». Как красиво! А мне еще очень понравилась работа участниц из Хабаровского края. Три сестры не только сделали рисунки, но и замечательное семейное фото. Женя Красильникова тоже нарисовала семью, точнее, маму и себя еще в коляске. А нашу следующую победительницу в творчестве поддержал папа. Теперь на его страничке в соцсетях красуется наша планета с огромным сердцем внутри, которое согревает всех людей. Рисунки наших участников такие красочные и радостные. Кажется, что наш конкурс и правда помогает избавиться от слез. Разве можно грустить, глядя на волшебную сову, которую нарисовала Ангелина Кожина? Знаешь, бывает, ребята присылают и очень трогательные рисунки, от которых прямо слезы на глазах. Ангелина Улаева посвятила свою работу Дню Победы и назвала «Спасибо за мир». Да, действительно, поразительная красота. И, кстати, это последняя победительница на сегодня. Ой, уже все? Ребята, обязательно участвуйте в нашем конкурсе рисунков. Нарисуйте, каким вы видите мир без слез, с улыбками, родными и друзьями. Присылайте работы на наш сайт. Каждый месяц мы выбираем 10 победителей. И наши юные художники получают чемоданчик с принадлежностями для рисования. До встречи!